Ну что, друзья, можете меня поздравить? Я стал официальным ютубером по Бравл Старс. И мне разработчики прямо сейчас выдали награду, которую я заберу через 3, 2, 1. Но подожди. Во-первых, я хочу вам рассказать, насколько я странный человек. Ролик по Бравл Старс был 9 дней назад. И ролик по Бравл Старс набрал 460 тысяч просмотров. Почти 500 000. В то время, когда стендов и 300 тысяч не набирает. И я не снимаю Бравл Старс, а снимаю стендов. Бравл Старс 500 тысяч, стендов и 300 не набирает. Не знаю я, почему так. Давай, мне, кстати, интересно, сколько лайков набрал этот видос. Это просто, я не знаю, это нереально. Угадайте, сколько тут? 1050 будет, как думаете? Напишите свои версии в комментариях. Сейчас прогрузится. 36 тысяч лайков! 36 тысяч лайков, друзья мои! Не жалейте лайки. Набирайте на этом видосе столько же. Давайте 30 тысяч. Я вам сегодня кое-что покажу. И это будет в следующем видео. Давайте посмотрим, что за награда в честь принятия официального ютубера Холдика в Бравл Старсе. На счет 3 открываем. 1, 2, 3. И что там, разработчики, что там? А, как всегда, ничего. Ну, это как бы тоже что-то. Не, в смысле? А, это же оно в сообщениях. Давайте Мортиса заберем. Если рад видеть Бравл Старс на моем канале, ставь лайк, подписывайся на канал, и он будет выходить намного чаще. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Вы получаете скин Джеки с подарками? Что? Что? Это Джеки с подарками? А! Это скин на Джеки с подарками! Серьезно! Серьезно, это мне? Это мне? Это мне? Это мне? Ну, блин, ну, на самом деле, спасибо, конечно, большое. Но я просто, ну, не знаю, я редко захожу в Brawl Stars. И как бы хотелось бы, может быть, еще какой-то подарок. Просто, ну, я не знаю, я же этот, ну, не каждый день прошу что-нибудь. Может быть, что-нибудь можно еще получить, разработчики? Ну, пожалуйста, если вам не жалко. Да ну нафиг, еще один подарок, разработчики, вы что гоните? Хочу, конечно, спрашивайте еще. Хочешь забрать награду сейчас? Хочу! О, скриншот, забрать! Не удалось получить эту награду, она уже получена. Не, я понимаю, что я, конечно, там стендов снимаю, но это не повод меня булить. Не повод. Потому что... Что это за подарок? E64-20-19-D-2-B-34-4-485-AE6F-AFC-EAA-83-40-61. Ну, то есть, вы, по-вашему, я не разбираюсь в игре? Ладно, я расстроился. Всем пока, это последний выпуск по Brawl Stars. Я пошел играть в другую игру, которая меня не скамит. И в которой меня много людей поддержки. Поэтому, если вы тоже со мной, то погнали. А речь идет про Hustle Online. Ребяточки, если вам надоели однообразные и скучные однотипные игры, то я тебя приглашаю в одну особенную Hustle Online. Это бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица для Android и iOS устройств. С живым развитием родных городов, становись депутатом или мэром, принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизнь тысячи реальных игроков. Ну а если хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки, для этого в Hustle Online есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее и со своими подписчиками на 15-м сервере. Поэтому у меня для вас есть промокод HOLDIK, который поможет при старте. Поэтому скачивай игру сейчас по ссылочке в описании на свой телефон и играй вместе со мной.
Хорошая попытка, Суперселл, хорошая. Хочу, конечно, хочу забрать подарок, хочу. Я получил! Всем пока. Не зовите меня больше в Brawl Stars свой. Да ладно, ладно, я рофлю, ребятки, я рофлю. Я вижу, что кто-то забрал, устырил у меня подарок с подноса. На самом деле, никакие Суперселл мне не давали подарки. И на самом деле я не официальный ютубер. Я все так же бомж на улице, без жилья и без двора и без стада и племени. Но тем не менее, я иногда захожу к вам в гости и смотрю, как у вас дела. Я надеюсь, вам тоже нравится. Ладно, давайте посмотрим, что вообще Brawl Stars изменилось за время моего отсутствия. 9 дней меня не было. Я думаю, тут много чего добавили, чего убавили. По-любому что-то убрали, да, за 9 дней. Я уверен. Подарки у вас забрали? Где Гринч, который забрал ваши подарки? Хо-хо-хо! Что в мешке, говорит Намбо? А что в мешке? Так, подарки. Давайте посмотрим, что у меня тут за подарки будут. 5-й день. Я получил... Неплохо. 6-й день. Отлично. 7-й день. Замечательно. 8-й день. Превосходно. О! Это я знаю что. Это ничего. А чё так лагает? 9-й день. О, у меня не было 9 дней, получается 9 подарок. А чё? А, не, еще могу. А чё так лагает? 10-й день. 11-й день, ничего себе, столько подарков! 12-й день. У меня у одного лагает все как... Как в стендофе. Я думал, это только там проблема с лагами. О! А вот тут запаковали они что-то прикольное. Давайте посмотрим, что. Что-то падает. Что это еще за черт? Новый скин темный Ангел Кольт. Это баг? Это баг? Это реально подарок? Идея КДА Полтергейтс. Вам что, реально дали такой подарок? Чего? Иконка еще? Это реально подарок? Это реально подарок? Нифига себе скин! То есть вас не обманули, вам дали настоящий подарок? Я не верю. Офигеть, то есть дали бесплатного перса, а потом дали... А вот тут что тогда, 14-й день? Тут тоже какой-то желтенький подарок. Значит, что-то подобное? Что? Где? Что? Легендарный подарок? Звездная сила. Все? Ничего себе, сколько подарков я забрал только что! Офигеть! Дамы и господа, это просто трэш. То есть получается... 14-й день, вот это подарок легендарный? На каждом аккаунте? Я закатил рукава, знаете для чего? Чтобы записать следующий выпуск на всех, слышите, на всех аккаунтах вот этот подарок. Давайте так, если вы набираете 30 тысяч лайков, я сажусь сразу же, не через 9 дней, а через... Сразу же! Записывать открытие вот этих легендарных подарков. Такое пропускать нельзя, слушайте, это годно. На всех аккаунтах. Легендарный пристар, это пипец, офигенно. Ребятки, а ну давайте посмотрим темный лорд Кольт. Это что вообще за чертовщина такая? Чё все лагает, меня бесит, чё все лагает. Можно не лагать. Как я должен играть в Brawl Stars, когда все лагает? Ну смотрим, Кольт. Нифига там скин заряженный был. Чё за чертовщина? Это бесплатный скин? Я на Supercell это не похоже. Он голды 700... Ой, он гемов 700 должен стоить по
такой анимации и такой вообще... Офигеть, скин! На халяву! Не, там по-любому разработчики что-то перепутали, и по-любому все, кто его получили бесплатно, забанят. Чекайте, завтра так и произойдет. Я не верю, что они бесплатно его запланированно вам выдали. По-любому это какой-то баг и ошибка. Бессрочный отпуск. Скоро в игре бессрочный отпуск. Выиграй 9 раз, получи награду иконка игрока. Да? Ничего себе. Так, а тут что у нас? А тут у нас... Ничего. Ха-ха-ха-ха. Какую-то анимированную анимацию. Ладно, окей. А где режим 5 на 5? Например. А где режим 5 на 5? Опять заскамили? Да по-любому, ребят. Я не удивлюсь, если его уже убрали. Ха-ха! Поиграли немножко. И хватит. Убираем режим 5 на 5. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, был режим 5 на 5 или его еще не добавляли. Поехали, посмотрим, что за новый кольт. Аю. Седьмое место занял. Ну, относительно неплохо, ребят. Учитывая, что я не сильно старался. Сейчас буду сильно стараться. Чекайте. Беру топ-1. Беру топ-1. И вы ставите мне 100 тысяч лайков на этом видео. Поехали. Такс. У нас тут Корделиус. А чё я... Кстати, обезьяна не зашла, да, новый персонаж? Ну, по-любому разработчики его сделали говном, чтобы... Ну, он же бесплатный. Тихонечко ты, мадам... Вот это, ну, чисто, чисто узнаю ШД. Сидит там в кустиках своих и не вылазит просто. Как только я вылез, да, как рыбка на приманку, сразу подсекает. Куда? А ты... Ты чё, дятел? Вас вообще тут что, вообще пики не меняются? В ШД одно и то же! Как играть? Ладно, давайте другой режим. Окей. Что у нас есть еще? Есть футбол. Не, футбол я не люблю. Захват кристаллов. О! Нокаут, let's go. В нокауте я лучше. Я очень хорошо играю в нокаут. Сейчас затащу свою тиму. Поехали. О, против нас тоже кольт. Ну, я сейчас покажу, как играть надо на кольте и переиграю его. Блэд Арти. Боже, до сих пор еще кто-то ставит приставку Блэд, господа. У вас уже внуки должны быть. Это что? Это же вообще, это старая тема. Это, походу, дети блетовца уже. Потому что, ну, это же вообще... Опа, у нас один челик сдох, по-моему. Добивать, добивать! Да добейте его! Так, смотрите. Хоп-хоп. Ну, с вами просто топ-1 кольт на кольте. Поехали. На Мортисе, извиняюсь. Так, у меня тут какая-то еще есть фиолетовая вот эта ульта. Ее надо тоже зарядить. Ну, когда я ее заряжу, если мы уже все сдохли, блин? А нет, еще живой. Боже, нас поджали. Да гля, козел поджимает. А, надо этого гадина, эту гадину убить. Я же мансил. Кстати, у меня еще не накопилась ульта. Подождите, я просто еще не ультовал. Что ты дизлайк ставишь? Боже, как вы бесите. Дизлайк она ставит. Играть научись. Так, надо попасть. Надо хоть тычку дать. О, я дал тычку. Такую тычку, что он вынести не может. Помогите добить этого петуха. Убили, все, найс. Давай, вычищаем кусты там все. Все, я хилюсь. Я хилюсь. Мы трое. 3 на 2. Не слейтесь, бомжи. Играйте нормально. Куда? Боже, спайк. Ага, все. Все, кто там остался? Где моя гиперульта? Где моя гиперульта? Да он там сидит. Блэд Арти. Да с таким ником тебе, братанчик. В ШД такое играть. Ну все, ребят. Ну, нет, нет. Здесь мне равных, к сожалению. К счастью. В общем, господа... значит, что я, значит, имею? Имею... Мегабум до сих пор играет. Короче, если он до сих... Дай мне, пожалуйста, попрощаться со зрителями. Brawl Stars. Вам, наверное, еще хотелось бы, да, чтобы я еще, ну, чуть-чуть что-нибудь поделал. Ну, Brawl Stars, ну, выпуски, ну, такие, наверное, да? Короче, вот это вот все, вот это вот... Что? 2500 гемов за 120 баксов! По-любому эта акция есть у меня в магазе, по-любому ее можно задонатить через Holdy Games. Ссылка на который в описании. Вот это все можно покупать через Holdy Games до бесконечности.
Короче, я в следующей серии, ребят, открою. Ну, если вы наберете 30 тысяч лайков, не наберете, эти призы Star просто сгорят. Вот эти, легендарные. Да и кольта надо забрать, слушайте, на всех аккаунтах. Ничего себе скин, пока разработчики не пофиксили баг. Я уверен, ребят, это баг, я разбираюсь в играх, поэтому можете со мной не спорить. Скорее всего, вот этот скин, это баг. Ну, не могут они дать бесплатно такой скин, ну, не верю. Вот, поэтому забирайте, пока баг существует в игре. Не благодарите за лайфхак. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии, 300 тысяч лайков, я собираю призы Star на всех аккаунтах. Хотите такой выпуск увидеть? Жмякайте на колокольчики и ждите. Спасибо за просмотр, это был Brawl Stars, до новых встреч на новой арене. Пока-пока. Так, я все пропиарил? Да, вроде. Ну, на лайв-канал тоже подписывайтесь, мало ли что. Пока.